А зараз, як я і обіцяла, зі мною в студії вже гість Андрій Лохматов, організатор конкурсу короткометражного кіно «Гражданський проєктор». Доброго ранку, Андрію. Давайте поговоримо про кіно. Дуже багато хто любить кіно, а якщо воно ще в нашому місті, то це взагалі. І так, розкажіть нам, будь ласка, що це за конкурс такий? Ну, это конкурс кино, короткометражного кино, который мы проводим уже второй год в Николаеве. Конкурс, в котором принимают участие участники со всей Украины, но с центром города Николаеве. Финал всегда проходит здесь, у нас в Николаеве. Это уже второй год, как у нас проходит. В прошлом году мы получили 22 фильма. Большая часть была из них из Николаева и Одессы. И отчасти это был Киев, Днепропетровск, город Южный, Херсон. Ну и так далее, Харьков. В этом году ожидаем еще больше фильмов. Сейчас только слышим о том, как люди говорят, что они снимают, обсуждают, что снимать и так далее. И в этом году мы немножко расширили свой конкурс. Мы теперь ввели две номинации. Это игровое кино и документальное кино. Расскажи детальнейше про эти номинации, пожалуйста. Да, если в прошлом году это было просто сбор фильмов и игровых, и документальных, и выиграл у нас игровой фильм в прошлом году из Одессы. А в этом году мы решили их разделить, и в этом году, соответственно, будет больше премий. Если в прошлом году это было просто первые три места, то теперь это будет первые три места в номинации «Игровое кино» и в номинации «Документальное кино». Скажите, а яка тема цьогорічного конкурсу? Тема этого конкурса в этом году называется «В чем наша проблема?». Чому саме така тема? В прошлом году тема звучала «Мир во время войны». Мы исходили из актуальности сегодняшнего дня. Если в прошлом году действительно были, об этом только все говорили в связи с активными боевыми действиями на востоке Украины, а мы здесь были в мире, как бы, мы хотели посмотреть, как вот люди это ощущают, жить в мире, когда вот там война, как нас это повлияло. То сейчас мы, как нам кажется, актуальная проблема – это то, что все ожидают каких-то изменений, реформ, все они говорят, все ними спекулируют, возможно. И вот что об этом думают люди, и, собственно, в чем наша проблема, почему нам не удается, и, или, может быть, что нужно для того, чтобы нам удалось. Ну, такая вот саморефлексия – это может быть проблема одного человека, проблема группы людей, может быть, проблема всей страны, может быть, и всего мира, как… На що замахнеться наш учасник? У нас є фото минулого конкурсу, я прошу наших режисерів показати, та, минулого фестивалю, а ми продовжуємо з вами нашу розмову. Скажіть, яка ціль, яка мета от даного конкурсу, що за собою несе? Ну, изначально цель ставилась така, що кіно в Україні знімають в основному це Київ, Харків, Одеса. Там, де є якісь либо кіностудії, либо університети, які обучають кіно. В большей степени это Киев, Карпенко-Карова, каждый год дипломные работы начинают, их только везде видно, на всех конкурсах, на всех фестивалях. Николаев выпадает, как и у множества других городов Украины. Мы решили таким образом, просто проведением такого конкурса, привлечь это кино в Николаев. То есть теперь дипломные работы Карпенко-Карова присылают нам сюда, отчасти. Да? Ну и плюс привлечь наших людей, которые у нас здесь достаточно оказываются, люди, которые снимают кино, умеют это делать и хотят это делать. Журналисты, активисты, студенты, а просто вот как-то им некуда было его, ну, отдавать. И тем более, как бы наш конкурс, мы пока не позиционируем себя каким-то масштабным фестивалем. Это такая вот, может быть, площадка для тех, вот, кто еще не уверен в том, что он может подать свой фильм на кинофестиваль «Молодость», либо заграничные фестивали. А попробовать так, себя у нас, сходим-то, да, так? Попробовать себя у нас вполне возможно. Плюс ко всему, фильмы, которые победители конкурса, возможно, не только победители, но и те, которые оценят жюри отдельно, возможно, их участие в дальнейшем в кинофестивале «Молодость». Я хотела так запитати, что будет далі с этими фильмами, яка их доля? Их будут показывать в Миколаеве, в Украине, а за кордоном? Є така нагода, можливість? После набора всех фильмов, до 15 сентября мы принимаем сейчас к участию фильмы, до 10 минут. 19 сентября в одном из кинотеатров Николаева мы будем проводить финал конкурса. Мы будем показывать все отобранные картины и сразу же после этого церемония награждения победителей. После этого фильмы, опять же повторюсь, вот, которые будут оценены жюри профессиональным, они могут быть приняты к участию в фестивале «Молодость» в связи с тем, что директор жюри нашего фестиваля, нашего конкурса, это директор кинофестиваля «Молодость» Андрей Халповчий. Либо же, если это, допустим, документальное кино, есть такой фестиваль международный документального кино о правах человека «Доку Дейс Юэй» с организаторами в Николаеве, которого мы тоже являемся. В
вполне возможно, что участник сможет попадать и на этот фестиваль, и в марте следующего года показать свое кино в Киеве. Скажите, а какая вековая категория конкурса? Вот, я не знаю, от 15 лет, наверное. От 15 лет? И до самого высшего, высшей границы этой цензы. У творчості віку немає. Да. Буде, я так розумію, три місця. Перше, друге, третє. А в тому році був такий ще номінація «Приз глядацьких симпатій». В цьому році він теж буде? Буде в цьому году, звісно. І хочу відзначити, що в тому році «Приз глядацьких симпатій» завоювали наші колеги, да, з телеканалу «Миколаїв». Я пропоную його переглянути, і потім ми продовжимо нашу розмову. Я вовсе не хочу, щоб ти валив відсюди. Ну, по крайній мірі, зразу. Сразу лучше посади дерево. Если ты уже решил что-то сделать для этого города, то сделай что-то однозначно хорошее. Потом можешь и горсовет субл вместе захватывать. Я даже проведу и покажу, где это. Но это должно быть твое решение. Именно ты должен решить, что тебе нужен гор или там облсовет. А для того, чтобы решить, ты должен искупаться в Ингуле. Я думаю, лучше всего где-то в районе парома. Это за Казарским. Я покажу, где это. Там еще рядом завод кирпичный, разрушенный. И кладбище. На кладбище стоит побывать. На водопоиском и на старом, то, что у зоопарка. И в зоопарке тоже стоит побывать. Там на входе написано, что он лучший в Украине. И говорят, что именно у нас родился белый медвежонок, которого назвали Умкой. Да-да, тот самый, с мультика. Ну вот, а ты его не видел. А ты уже спешишь в облсовет. Может, тебе туда и не надо? Тут надо разобраться, и разобраться именно тебе. Надо покушать шелковицу на ЮТЗ. Там во дворах есть шикарная белая шелковица. И затем хорошо подумать в туалете. Ну, шелковица она такая. Надо половить в октябре тараньку на Варваровском мосту, а в августе на Ингульском понтонном. Он, знаешь ли, тонул и был пару лет затоплен. А ты ведь этого не видел, но уже хочешь что-то захватить. Так пойди сначала и захвати мраморного льва на Горбатом. Посиди на нем. Николаевец обязан посидеть на львешу на Горбатом. Сначала на одном, потом на другом. А потом посадить дерево. А потом влюбиться и погулять по Лягино. Или пошариться на расстрельном поле. Ты знаешь, там фазаны шастают. А потом покушать вишни. А потом сходить в церковь, или в костел, или в синагогу, или в украинский музычный театр. Он, кстати, раньше тоже был синагогой. А потом посадить дерево и стать папой. И скажу, как опытный, рожать лучше в первом роддоме. И сходить на косу на Намыве, и половить там карася, или съездить на русскую косу за глиноземным, посмотреть красное озеро шлакохранилище, и поймать майского жука, и бронзовку, и носорога, и увидеть страшных желто-черных пауков, и покушать арбуз, дыню, абрикосу, и посадить дерево. И после этого, если захочешь, я покажу тебе, где у нас в Николаеве можно что захватить. Хотя тебе это будет уже ни к чему. Николаев уже захватит тебя. Тож переглянула, я думаю, не дарма цей кліп зайняв такий приз, тому що за декілька хвилин осягнули всі видатні місця нашого міста. Да, Андрій Халпахчий, директор журі нашого конкурсу, директор кінофестивалю «Молодость». Журі не оцінило этот фільм, не дала йому призове місце, но після того, як зрителі проголосували за нього, більшість зрителів проголосували за нього, як за приз зрительських симпатій, Андрій Халпахчий сказав, що дійсно прекрасна картина. Говорить, я не буду, ну, не являюсь жителем Николаєва, говорить, мені кажется, я увидел весь Николаєв і полностью в него так эмоционально вошел, скажем так. Так, інколи кажуть, найкращий приз – це саме приз глядачів. Да, так, любов, конечно. Пошана глядачів. Давайте продовжимо нашу розмову про цьогорічний конкурс. Скажіть, які навики, якісь мінімальні мають бути для того, щоб прийняти участь в конкурсі? Вот ключевое слово – мінімальне, на самом деле, потому что в прошлом году первое место занял фильм, снятый на мобильный телефон. Ну, мобильный телефон с хорошей камерой, да, соответственно. Но в то же время вот на мобильный телефон, и как бы это ни звучало, вышло очень качественно и красиво. Поэтому тут, опять же, тут главное, мне кажется, идея на самом деле. Потому что можно просто заснять немного кадров, собрать их, смонтировать в один ряд, но если там нет какого-то смысла и какого-то посыла, как это было здесь, да, здесь был четкий посыл, понятный и простой, то успех маловероятен. А если есть какая-то конкретная идея в голове у человека, в чем же наша проблема, да, и у него есть что сказать, и он хочет чем-то нами поделиться с помощью, опять же, видео, то технических навыков тут, ну, нужно очень мало.
Опять же, если человек как бы боится сам брать в руки телефон либо какую-то камеру, то он может найти, думаю, любого друга, который сейчас, мне кажется, каждый третий чем-то владеет. Ось ми перейшли до цього моменту, я хотіла задати запитання. Дуже багато є сором'язливих людей, в них є ідея, вони і зняли, і показали, але соромляться. Чи може якийсь друг чи близький від себе презентувати фільм на конкурс? Да, это может быть как бы вообще команда как бы людей, есть группа людей, кто-то из них режиссер, кто-то из них сценарист, как бы кто-либо из них может представить этот фильм, герой может прийти представить этот фильм. Поэтому в этом проблема совершенно... Просто сберегаются авторские права, так? Конечно, конечно. То есть мы называем, что режиссер фамилия у нас, когда человек подает фильм, он мало того, что его просто присылает, он заполняет анкету, где он расписывает, собственно, кто режиссер, кто, какую роль принимал в фильме, краткое описание фильма, даты съемок и все остальное. Скажите, чи багато вже надходи фільмів на конкурс? Сейчас фільмів ще немного, говорю чесно, но ми розуміємо, що просто в этом году ми дали більше времени. Ми об'явили конкурс 15 мая. Это 4 месяца, по сути, до 15 сентября. А в прошлом году мы объявили его 1 сентября или 5 сентября и закончили прием 5 ноября. То есть там было полтора месяца, или два месяца, а не 15 сентября и 5 ноября, ну, полтора месяца. И тогда как-то мы сразу начали их получать, как бы люди очень быстро снимали. Сейчас, вот, кого, с кем мы там общаемся, видим, люди говорят, да, мы будем участвовать, но вот с нами написали, вот в августе будем снимать. То есть время еще есть, поэтому люди так расслабленно себя еще ведут. Но как студенты сдают сессию в последний день, так я думаю, что 15 сентября мы будем получать большое количество. Это такая наша психология людей, расслаблені, расслаблені, а потом как поринуть да. один за одним фильм. Добре, от вы назбираете фильм, как будет відбір проходить? Мы садим членов жюри. Багато? Показываем их все фильмы. Ну, в прошлом году было 4 члена жюри. Это Андрей Колпакчи, директор, Никита Худяков, организация «Арт-Оптимисты», Леся Левченко, доцент кафедры политологии Черноморского государственного университета, и Александра Филоненко была как киновед, кинокритик и директор киноклуба «Реалити Шифт Синема». Вот их было 4 человека, они заполняли напротив каждого фильма бланк по 3 критериям, по 10-бальной шкале, и потом это все суммировали и увидели. Трьох победителей. От ми казали про майбутнє переможців, а всіх інших фільми, вони як, поринуть довго в скринку? Ну, во-первых, у них своє собственне будущее самостоятельно. Вони можуть ці фільми, якщо вони не викладають їх в інтернет одразу, вони можуть подавати їх на інші фестивалі. Ми просто зі своєї сторони поможемо тим фільмам, які подобаються жюрі, допомогти пройти на фестиваль «Молодість» або «Докудейс». То есть там, где мы имеем какие-то возможности повлиять, скажем так, ну, помочь. Вот. А сами ребята могут их подавать, если это действительно будет качественный фильм, куда угодно. То есть в Украине еще множество фестивалей, кроме мною названных. Скажите, а чьи какие-то табу? Вот что не можно? Что коммерческой рекламы, политической рекламы, ксенофобии, насилия. Все, что запрещено законодательством Украины, как в принципе стандартное. Фраза без коммерческой рекламы, политической рекламы, всего, что запрещает законодательство Украины. Вот, все остальное как бы... А были такие фильмы, где... Да, вот нам недавно прислали, там, где вот очень много рекламы одной компании, как бы мы ответили, что, простите, либо вы убираете эту рекламу, где ее совершенно не будет там, да, либо мы не сможем принять, изначально даже принять к рассмотрению. То есть есть шанс відреагувати, да, конечно. И потом снова... Ну, до 15 сентября человек может каждый день нам что-то присылать. Чудово. Скажите, как отправить цей фильм до вас? Отправить его нужно на электронный ящик наш gr.projektor@gmail.com. Это все можно найти, сейчас объяснять нет смысла, найти гражданский проектор, вводите в гугле, из первых трех ссылок будет одна, это группа в Фейсбуке, либо ВКонтакте, там есть, мы сейчас разрабатываем еще сайт, там есть условия конкурса, можно их легко найти, и там полностью расписано все детали, куда отправить, что написать, где анкету заполнить и все остальное. Хто іще, тот не йде. Тут завжди знайде, так? Чудова така приказка. Дякую вам, Андрій. У вас є нагода звернутися до наших глядачів, до наших майбутніх кіномитців і побажати доброго ранку. Да, я, як організатор конкурсу «Кіно Рязанський проєктор», предлагаю всем вам поучаствовать в этом конкурсе. Мы забыли сказать о денежных премиях. Первое место – это 7 тысяч гривен, второе – 5 тысяч гривен, третье – 3 тысячи гривен. Может быть, суммы не такие большие, но как вот для начинающих режиссеров, я думаю, это было бы хорошим стимулом. Мы ждем ваши фильмы, снимаете жизнь вокруг себя, что вас волнует, ваши мысли по поводу того, в чем же наша проблема. Попробуем вместе порефлексировать на эту тему, вместе с вами, вместе со зрителями. Ну и всем доброго утра.
Дякую вам теж, доброго ранку. Отже, у нас в гостях був Андрій Лахматов, організатор конкурсу короткометражного кіно «Гражданський проєктор». В свою чергу я бажаю вам успіху, це чудова справа, і думаю, що Миколаїв дуже скоро в майбутньому стане столицею українського кіно. Я цьому переконана. Дякую вам. Спасибо.